Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», вторая часть. Так, что у нас тут в магазине? Бесплатно Вилли. Так, Фрости заберем. 5 карточек на Вэя. Будем брать? Я думаю, что не будем. Ну что, нам осталось совсем чуть-чуть пройти, и, в принципе, будет концовочка. 203-я миссия, кого возьмем? Можно взять Ларри, можно взять Волосача. Блин. Так, подожди-ка, а бабуля Мау? Давай-ка мы возьмем ее и поиграем. Посмотрим, по крайней мере, что у нас тут будет выходить. Возраст делу не помеха, говорят. Воу. Так, погоди. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Да что ж такое-то? Так, дай сюда. Ну куда ты прешь? Давай, наверное, вот так вот, что ли, сделаем. Бомби. Очень мало здоровья. Так, немножко подкрепились, но это как-то меня не особо спасает, если честно. Курятины эти. А что, будет фейл по именно ХП? Походу дела, да? Так, этот сгорит, я думаю. Так, минус, минус. У меня всего лишь 3 патрона осталось. Да ну, как-то тут... Я не знаю, ребят. Все, ХП, ХП. Просто они меня заклюют, эти курицы. И к тому же у меня закончились патроны. Так, бабка здесь не рулит. Совсем не рулит. Может быть, сосед Вилли нам здесь поможет. Почему-то я тоже не уверен в этом. Суперсложный уровень, потому что... Понимаешь? Суперсложный. Да хорош вам там уже, а? Бомбят, достали. Так, я еще вижу, тут обезьяны эти вшивые пришли. Так, соседушка, я, конечно, все понимаю. Так, спасибо, хотя бы дали патронов. Так, бросаем. Да чтоб тебя. Так, переключаемся с тобой. Поехали. Прям вот в толпучку. Да давай ты, господи. Переключаемся. В плане, я не понял, как? Блин, я смотрел за патронами, думал, все хорошо. А у меня, оказывается, по здоровью фейл вышел. Зашибись. Какого лешего-то, а? Да идите вы, крокодилы вшивые. То есть, получается, что я фейлюсь больше по здоровью. А, блин, неужели сварного брать? Да ну, это фигня. Сварной этот. Хотя... Я не знаю, если только использовать... Видишь, начинаешь отвлекаться на куриц. Тебя вот эти вот начинают бомбить. Начинаешь что-то по-другому делать. Тебя третьи начинают уничтожать. Короче, давай так сделаем. Пока они там оглушенные. Допустим. Так, берем. Сейчас же побегут эти курятники, да? Ну вот, смотри, смотри по ХП. Что у нас получается? Все, у меня и патроны закончились, и я не справился. Да, сосед Вилли, что-то как-то не идет. Может быть, Соня нам поможет. У него все-таки заморозка. Черт его знает, что тут лучше, как тут лучше. То, что он тут со своей перезарядкой, я черт его знает. Причем перезарядка у него вечная. Да давай ты, господи, ну что ты так нерасторопно-то? Курятники эти. С курицами, кстати, очень быстро мы расправляемся.
Но все равно не успеваю. Блин, именно вот дальники меня уничтожают, ребят. Нифига. Не успеваю я вот с этими, которые издалека меня бомбят. Что тогда мы можем сделать? Давай Сварнова возьмем, с его спутника, может быть, как-то получится. Или же нам взять Волосыча. Попробуем вначале Сварным. Фигня какая-то, а? Лютая причем. Блин, ну Сварчика такой, конечно, дамаг. Перезарядка-то никчемная, блин. Вечная. Видишь, они меня на понт берут вот этими крокодилами. Они выпускают крокодилов, мне приходится на них переключаться, ребят. Да жги их давай, а. Короче, достанут. Так, бросаем спутник. Аптечка, мало, мало, блин, этого. Ну что это такое, а, ребят? Очень мало здоровья, ну ты посмотри. Тьфу ты. Я не знаю, что делать. Даже Сварчик здесь не вытягивает, прикинь. Со своим спутником. Вшивые курицы, как вы меня достали, а? Просто заколебали, вот серьезно тебе говорю. Не знаю, как тут Волосач будет мне помогать. Со своей вечной перезарядкой, вот с этой вот. Но я попробовал так вот, ребята, сделать. Навскидос. И все равно, да, здоровье покоцали. Да давай ты, Волосач, ну бомби. Готовимся, так, секунду. Сейчас, секунду. Да перезаряжайся ты быстрее. Ну, есть. Фух. Ху-ху-ху. Да, еле-еле. Но прошли, слава богу. Трындец просто какой-то был. Уже здоровье там было минимально. Ну, ты, я думаю, видел, да? Так, денег 67. Волосач, кстати, прокачать можно его. И Сони. Плюс Сварной. Но Волосач, наверное, будет стоить, опять же, где-то около пятихаточки, да? У нас с тобой всего лишь 289 монет. Ну что, Волосач, погнали. 204-я миссия. Надеюсь, никакая там не суперсложная, а обычная. Множество битв, множество побед. Твоим словам, да богу уши, как говорится, да? Так. Курятинка бежит. Без остановки, с динамитом в очке, смотри. Бежит. Так. Раз, два, три, четыре. Слушай, по патронам, а, все, справились. 21 патрон еще оставался, и мы с тобой этот уровень прошли. Великолепненько. 204-я миссия пройдена. Ну что, мы с тобой продвигаемся дальше. 10% серия побед, 22 монеты и Волосач плюс Ларри. На Ларри аж 5 карточек. Кстати, Ларри, по-моему, тоже у нас готов, да, прокачаться, или я ошибаюсь? Ну-ка, проверим. Блин, одной карточки не хватает. Ладно, 205-я миссия. Перехитрим монстров. Ну, если у нас получится, конечно, перехитрим. Не понял я. Куда ты строчишь-то? Вот, ребят, я в шоке вот от этого всего.
Когда я начинаю, хочу строчить именно по монстрам. Давай. Наяривай. Так, пора, по-моему, вот это вот применять. Как по мне. С патронами беда. Вот этот вот крокодил, который клинками крутит, он просто меня раздражает, потому что я не могу его пробить. Вот в самый тот момент, когда он начинает именно вот эту гадость вытворять. Да и к тому же у нас с тобой закончились. И что мне теперь делать? Как мне быть? Да ну, Ларри, ну почему ты так со мной? Несправедливо все, короче. Тут мы сфалились. Ладно, Ларри, я запомню. Тогда здесь, наверное, я возьму все-таки сварного. Сварной должен затащить, по идее, этот уровень с помощью спутника. Ну да, перехитри монстров. Видишь, они вот начинают вот эту свою ерундовину крутить. Так, переключаемся. На, гори в аду. Так, добивка. Так, поджигаем, поджигаем их. Да чтоб тебя, видишь, он начинает крутить свою фигню, и ничего ты не сделаешь. Давай спутник запускать. Ну и чего, это называется, запустили, блин, спутник? Давай, все, что есть, запускаем. Хорошо бомбануло, кстати, сейчас. Очень хорошо. Ну вот, начинается опять вот эта вот ерунда. Крутит, вертит. Оу, щит. Ну. Ну, есть. Спутник выручил, потому что я остался без патронов. Да, сварной, тяжело тебе было так же, как и мне. Но мы справились. Остается всего лишь 5 миссий. И игра будет, наверное, пройдена. Серия побед. Так, Фрости 6 карточек выпадает. И Ларри. Ларри готов прокачаться. Но опять же не хватает у нас денег. 346 монет всего лишь у меня. Давай смотреть. Я опять выбрал сварного. Вперед, вперед, вперед. Да мы только вперед с тобой и ходим. Ни шагу назад, да? Так, в этих надо стрельнуть по разику. Че, чеканутые белки тут еще? Нет. Да, да, она кричит. Я говорю, нет, она говорит, да. Что-то вы меня тут прижучили, по-моему, не? Да хорош. Да горит и в аду, блин, белка. Блин, я пока на этих трачу, ребят, естественно, белка меня тут расфигачивает. Еще одна. Допустим. Давай-ка спутник зарядим с тобой здесь. Может быть, он нам поможет. Ну, на самом деле, спутник очень хороший. Вообще никаких претензий к нему нету, ребят. По большому счету, даже, можно сказать, из-за него и выигрываем. Это хорошо, что в такой битве не летят всякие совы, которые здесь есть у них. Я представляю, и медведи еще до кучи. Вот было бы веселуха. 10%, 24 монеты, ОВИ, старикашка, и пейпер нам выпадает. Ну что, движемся к финалу. Босс тут будет, да, у нас? Босс скоро. Там еще, кстати, домик черепахи. Подожди-ка. Я понял, нет энергии. А что тогда нам взять? Может быть, бабку? Или Вилли? Давай Вилли возьмем. Посмотрим, вдруг он тут нормально справится. Люби врага своего. Да вот фиг я буду любить врага. Ну вот, только про медведей сказал. О-о-о-о. Вот, ребята, весь. И курицы, в общем, все, что мы любим. В одном стакане, блин, все. Так. Слушай, мне кажется, у меня не хватит этих. Или хватит? Да черт его знает, сейчас проверим.
Тыдыч. Тыдыч, давай туда вот так вот сделаем. Ну хорош там уже стрелять. Ну что, у меня остается всего лишь 5 патронов, ребят. Как вот ты себе это представляешь? Да ладно, соседушка, мы отбились, кажись. Точно. Прекрасно. Все у нас получилось. Ну что, чем ближе, тем сложнее должно быть, по идее. 15%, 25 монет. Пейпер тоже, кстати, готова прокачаться. А, не все готовы, но где я такие деньги возьму? 500 монет. Это мне нужно копить фиг знает сколько. Так, а здесь, как мы знаем, продержаться 60 секунд. Ну что, Ларри, я думаю, что, наверное, здесь... твой, как говорится, будет заход, потому что ты можешь у нас заморозкой делать. Время выживать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Еще и вас тут не хватало. Трындец. Как бы это странно ни казалось, но я, по-моему... я не успеваю. Так офиг... ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что происходит, ребят. Ларри, что-то вообще здесь, ну никак. 7 секунд. Нет, Ларри, ты уж извини, но это полный бред. Твое вот это вот переключение с оружия на оружие. Это лажа. Тут, скорее всего, нам нужен Соня. Именно у него массовое поражение. Именно заморозка. Поэтому мне кажется, что он здесь зайдет. Но, опять же, заморозка у него с помощью гранат. Да и по атаке, по-моему, он будет посильнее, чем тот же самый Ларри. Может быть, конечно, не кажется так. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отдай патроны. Переключаемся, погнали. Горите, ушлепки. Да, конечно, курочки. Это хорошо, что я аптечку там подобрал. Как ты долго перезаряжаешься, а? Ну? Как ты долго, блин, со своей пукалкой, блин, ну? Есть, выиграли. Молодец, Соня, не подвел ты меня. Красавчик. В общем, 60 секунд мы продержались. И остается два последних уровня. По-моему, сейчас, кстати, черепаший домик. Да, будем открывать. 5%, 20 монет. На сварного выпадают карточки. И на Фрости. Или не сейчас? Ну, проверим. Нет, это будет после 209-й миссии. 424 монеты. Так, кого взять-то, а? Волосача? Или свар... давай сварным попробуем сыграть. Но мы далеко зашли. Да понятен. Перец, что мы с тобой далеко зашли. Давай, поехали. Блин, там эти. Ну. Вот мне нужно, чтобы он подбил этого крокодила. Короче, трындец. Вместо того, чтобы бомбить крокодила, он бомбит фиг знает куда. В общем, ты видишь, знаешь, что происходит? Наяривают тут, довольные, блин. Чего-то их тут вообще люто, уж больно. Надо было сразу, наверное, с гранатомета здесь бомбашить. И не дурачиться. Ну ты смотри, что творит, а. Короче, пробуем так делать. Не-а, нифига не помогло. Не помогло. Ну что, попробуем тогда опять взять Сони. У него очень хороший дамаг. Ну и не забывай, что у него есть заморозка, именно гранаты. Но тут, видишь, тут дело даже не в дамаге. Вот эти вот крокодилы плешивые просто раздражают.
Они свою фигню вот эту вот крутят, и начинается вот это. Опять 25. Видишь? И пока он крутит, ты ничего не сделаешь. Пробить ты его не сможешь. Ну что там? Давай, накрутился? Сказал, хорош уже. Так, поехали. Чего ты не стреляешь, ты не пойму, блин. Ой, старый маразматик, а. И что это? Вот это что такое? Это называется твой поджог, который вообще тут не работает. Трэш. Заморозка, ребят. Все. Плешивый чертовый крокодил, ребята. Да-да, именно они. Ну что, тогда Вилли берем. Ну а что еще? Точнее, не Вилли, а бородача. Хотя Вилли, кстати, тоже можно было бы взять. Ну что, поехали? Еще вытворяют. Ху-ху. Эти вот хамелеоны бесевые тоже очень, блин, крепкие. Сейчас, короче, я буду кое-что делать. Переключаемся, поехали. Просто достали уже. Поэтому как бы уже от безвыходности. Сгорите в аду. Идете, идите, идите. Вот так вот. Чтобы знали, почем фунт лиха. А это что тут за макаки? Так, бросаем, 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 бросаем. Поджигаем их. Пускай горят. Так, еще. Так, теперь можно и пострелять. Мало того, что пострелять, я еще туда гранат закину. Они тушат очень быстро своими языками. Ты видел, да? Слушай, ну волосач-то тут, согласись, вообще на высоте был. Красавчик, разобрался со всеми. Умничка. Ну что, сейчас мы будем с тобой получать черепаший домик, награду. Так, здесь сундучок заберем. Обычный. Так, монеток нам 22, тормоз Джо и Ларри. Плюс черепаший домик. 69 монет. Все равно, ребят, не хватает нам, чтобы прокачать. Такс, а вот и Мишка-босс. Я даже не знаю, наверное, я пока оставлю волосача. Поехали. Надо хотя бы посмотреть, что за босяцкий. В первый раз с ним сталкиваюсь. Король монстров. Босс-медведь. Фига, он на танке. Погоди, а что мне надо делать? А, в танк стрелять, да? Понял. Надо мне в танк стрелять, и помимо этого еще... Так, он в меня строчит. Слушай, он достал. Оу! Фига ты! Вот это ты даешь! Стреляем, 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 стреляем в него! Слушай, вот, блин, у нас патронов хватит? Должно хватить. Наверное. Да какая перезарядка, как ты вовремя-то все это делаешь? Слушай, ну волосач, в принципе, ребята, рулит здесь. Единственное, чего не хватает, это патронов. Потому что это я так смотрю. Взял патрончиков. О! Это что за новые фокусы? Это что? Да как? Ну ты посмотри, что творит, а? Подожди секундочку. А как, интересно, я должен защищаться вот от этих снарядов, которые бомбят по мне сверху? Вы сейчас серьезно? Что за лютость-то такая пошла?
Давай-ка мы возьмем бабулечку Мао. Может быть, она за счет поджога нам здесь поможет. По крайней мере, он будет гореть. Король, блин, монстров. Как бы тебе сказать, если честно? Вот он вышел. Он самое, знаешь, что удивительно? Он не горит. Сам босс, он не горит. И вот это вот напрягает. Эти крокодилы постоянно. И с патронами у нас беда. Ну, по 5 патронов это, конечно, никуда не годится. Так, все, у меня. Вот он начинает. Все, у меня закончилось, ребята. Боекомплект мой закончился. И здесь у нас, как всегда, ничего нету. Трэш. Да, бабуля, ничего у нас не получилось с тобой. Достанет этот медведь. Соседушка, а ты как? Та же, наверное, беда. Он уже вышел. Дай-ка я попробую так сделать. Ну. Да гори ты в аду, шлепок, а. Поехали. Давай-давай-давай, да пофиг на все. Есть. Все, расколбасили мы, короче, этого босяцкого, ребят. Сосед Вилли, как говорится, оправдал мое доверие, поэтому все вышло великолепно. Как вылез из болота, так мы его туда и отправили. Уровень 210 пройден. Так, забираем здесь остатки. 24 монеты, сосед Вилли и сварщик. И я так понимаю, все, да, на этом? Да, друзья мои, пока в данный момент у нас это все. Ну, я вам скажу следующее. Как только вы увидите продолжение, когда оно откроется, сразу пишите мне в комментарии, и мы с вами продолжим играть. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.